Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, тренировка. Забираем наших пацанов. Забираем и сразу же опять отправляем. Пускай тренируется. Так, секундочку. А кто у нас прокачался? Да ладно, вот Дженчик, родной ты мой, господи. Да, ребята, получает он 5-ю звезду. Шикарно. Блин, если бы я знал, что у него 5 звезд, я бы его, естественно, не отправлял бы опять на прокачку. Ладно, фиг с ним. Так, что у нас на арене? 18 карточек ножница мы заберем. И помимо этого, мы еще хватанем с тобой. Так, Санта-Клаус, Тритон, в общем, понятно все. Так, ребят, давайте быстренько разрулим здесь, так сказать, ситуацию. В бой идут одни старики. Давай вот этот отряд возьмем. Этот отряд у меня, ребята, постоянно на передовой. Постоянно. Так, ну что, я возьму, наверное, фехтовальщика и сразу же отправлю его в бой. Поехали. Бедный мой фехтовальщик побежал. Ой, Ронин, на тебе. Так, ну и Джаггернаут, само собой. Все, ребят, тут быстрейшая победа, которую когда-либо ты видел. Ну, а мы с тобой переходим. Так, квесты тут выполнили. А мы переходим на основные поединки. Так, у нас территория захватчиков. Ух, ё-моё. Значит, здесь бородавочник. Здесь у нас воблер. Ну, естественно, ползун. Давай попробуем. Посмотрим, кто кого. Мне кажется, что я здесь могу победить. Так, ползуна всегда держим при себе, ребят. Но я, наверное, самурая все-таки отправлю сейчас. Да, пускай самурай идет. Так, хорошо, что он просто вышел, а? А мог бы с разбега, как обычно. Ё-моё, что они вытворяют? Посмотри. Фаербол. На тебе. Всех до кучи порешили. Сосунки. На, выкуси. Да тут победа, ребят. Так, я вызываю еще одного таракушу. Куда ты разогнался? Так, фаербол готов. На тебе. Будет еще мне тут выпендриваться. Так, ну что, ребят, первая победа за нами. Двигаемся дальше. Предпоследний поединок. Я думаю, ничего не будем менять, состав такой же оставим, как у нас и был. Должно у нас все пройти очень даже хорошо. Ой-ой-ой-ой, ползун. Ползун на ползун. Так. Жаба с молотом. А я, знаешь, что возьму? Я возьму и вызову Терракошу. Таракуша здесь самое то. Плюс самурай. Вот так вот. Можем, в принципе, фаербольчик зарядить. Куда ты, ниндзя, пошла-то? Ё-моё, ты куда вышла-то? Ой, дурёха. Сиганула она, а. Замечательно. Так, ползун. Ой, ползун. Бородавщик вышел просто так. Без истерики. Пробьем же, все равно пробьем, ребят. Прекрасно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, молодец. Всех завалил. По красоте. Так, ну что, ребята, я скажу вам. Победа здесь, по-моему, за нами уже, да? Идет. Е. Так, этого охламона. Вот так вот. Все. Лучше и быть не может.
Прошли, ребята, конечно же. А как тут по-другому? По-другому и быть не может. Так, кстати, а что у нас на ежедневках? Жнец, друзья мои, жнец нам нужен. Насколько я помню. Да, жнец нам нужен. Так что я думаю, что есть смысл пойти на ежедневку. Так, а вот тут взять. Давай возьмем, наверное, вот это вот. Так, так, так и вот так. Ага, еще наши миленькие зомбики. Наши миленькие зомбики, которые будут нам помогать. Окей. Ну что, покатишь? Никто не ходит. О, паладин вышел. Ребята, я знаю, что сделал? Я, наверное, вот так вот сделаю. Блин. Давай-давай-давай, перекачивай здоровье. Зомби практически неуязвим. Так, ускоряемся, ребят. Тут победа. 3 секунды. Просто 3 секунды и все. Ну что, забираем нашу награду. 23 карточки на жнеца. Погнали. То же самое, абсолютно. Ничего не меняем, ребята. Берем так, 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 так. И вот так. Ну, ты понимаешь, что, да? До старого воина, и также, если бы я даже взял ведьму, до них очередь просто не дойдет. Так что... так что как-то так. Опять паладин. Ну что, 350, да? Соответственно, вызываем с тобой служителя тьмы. Следом зомби. Все один в один, ребята. Просто элементарный повтор. Баба! Ну вот и все. Да, с нашей командой, конечно, им не сравнится. Так, ну что, забираем еще один сундук. Еще и квест выполнили, ко всему прочему. Так, поехали, последний поединок. Ну, давай сделаем вот так. Нет, не хочу. Так, так, так. Вот таким вот образом. Ну что, я думаю, что и здесь победа тоже будет за нами. Ничего он здесь против нас не поставит. Ну, этого зомби я, естественно, ребята, вызвать навряд ли я успею. Как всегда, служитель тьмы, зомби. Все по стандарту. Угу. Давай, 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 уничтожаем. Плюс прыгун. Ой, вообще шикарно. Фаербол. Ну что, есть вопросы еще какие-нибудь? Я думаю, что ни у кого вопросов больше не осталось. Да, ребята, победили. Ну что, это мы закрываем. Забираем здесь. Опа. Замечательно. Ну и продолжаем наши основные задачи. Так, здесь у нас смотритель. Против смотрителя я, естественно, возьму топовый наш отряд, чтобы он быстренько его разобрал. Я не хочу, чтобы он тут взял всех под свой контроль и началась тут суматоха. Сразу завалим его, да и все. Так, жаба с молотом идет. Сейчас мы на него найдем управу. Ронин, ты как, выбежишь? Молодец. Красавелла. Красавчик. Ой-ой-ой. Так. Замечательно. Бежит, 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 бежит. На тебе. Успокойся, дядя. Все. Проще пареной репы. Проще пареной репы, ребята. Ну что, двигаемся дальше. Забираем здесь сундук. Это все у нас есть.
Территория нежити. Территория нежити собственной персоны. Так, здесь кого взять-то? М? Блин, тут зомби этот быстрый, а? Давай, наверное, вот этот отряд возьму. Попробую им. Так, щитобот, да, будет, если что, у нас выступать против зомби. Или паладина бы возьмем. Наверное, лучше паладина взять. А, вышла старая карга, блин. Блин, это плохо. Надо выручать нашу команду. Так, всадник. Красиво, красиво. Ну, что карга старая? Нормально, прижучили. Еще один паладин мной призван. Так, тут можно ускоряться уже. Просто зомби-камикадзе зашел в замок и рванул там все. Ну что, второй этап. Здесь чумнуха, ребята, чумнуха. Угу. Ну, против чумнухи, если что, пойдет всадник на журавле или же паладин. Паладин, наверное, даже будет лучше, мне кажется, да? Да, паладин будет получше. Но то, что он сейчас вытворяет, это, конечно, ребят, плохо. Так, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успел я забомбить. Все шикарно. Все, ребят, получается лучше, чем ожидалось. Вот, возьмем всадника, еще одного позовем. Всего шансов нет. На победу можно сказать. Страшно здесь не будет. Ну как, тебе такой расклад? Мне лично нравится. Так, ну мы двигаемся дальше. И это у нас третий этап. Здесь прибавляется. Блин, зомби этот камикадзе у них тоже будет, а? Ты посмотри. Здесь бы неплохо было бы, знаешь, еще друидку позвать. На ранней стадии. Она бы, конечно, бы тут всех бы валила, этих зомби. Ой-ой-ой-ой-ой, идет. Давай, наверное, щитобота позовем на помощь. Пускай он взрывается вместе с ним. Такс. Ё-моё. Смотри, что он меня вызывал там. Это испугалась. Карга старая сразу сматываться пошла. Смотри. Плохо. Блин, он вторую уже позвал. Все порваны, все абсолютно порваны, ребят. Давай эту каргу здесь. Разбомбили мы ее. Эту некру. Ай-яй-яй, сейчас вот некрасиво получилось. Ребята, у нас времени мало. 19 минут. 16 минут. Надо ускоряться. И что делает? И что делает? Он повторяет за мной, ребята. Я зомби вызываю, он вызывает зомби. Пройдух несчастный. Так, я сейчас попробую призвать друидку. Этих всех разбираем. И друидку убиваем. Хотя она уже тут, наверное, не понадобится. Или понадобится, блин. Нет. Паладин справился. Красавчик. Так, ну что, ребята, двигаемся дальше. Здесь у нас, ну, прибавляется только лишь призрак. Это ерунда на самом деле. Призрак для нас это ерунда. Он, конечно, может бомбить нашего зомби камикадзу.
Как говорится, еще до подхода, но с кем... Блин, Палыч, Палыч, срочно выходи. Тут без тебя не никак. Паладин получает по минималке урона от призрака, поэтому нормально все. А этот вообще не получится. Так, вот на здоровье. Чумуха испугалась. Чумуха испугалась где-то и побежала. Ну и правильно, как надо. Блин, паладин, ребята, уже не дожил в то время. Палыч наш. И это плохо. Короче, выкоряем. Просто всех там на изи кромсаем. Второй садик подходит. А вот сколько получает урон зомби, видишь? Много, то есть призрак проезжает 2 или 3 раза по нему, и он взрывается. Так что как бы он не годится для этих целей. Против призрака вообще не катит. Ну что, ребята, у нас тут будет дядя Жнец. Дядя Жнец против моей ведьмочки. Естественно, до этого дела не дойдет, потому что мы уничтожим ему базу намного раньше, чем он призовет своего Жнеца. А если даже и призовет, то все равно получит по полной программе. Так, а вот здесь вот уже, конечно, фигово. Отлично, рубанул. Давай, уничтожим его. Я не понимаю, он что, специально ждал, чтобы мой этот подошел, блин, вплотную, и после этого он взорвался, в смысле. Так, прыгун. Крейсер. Слушай, по-моему, тут все, запинаем сейчас. Причем в легкую. Да? Не дали ни одного шанса противнику что-то тут сделать нам. Ну что же. Забираем сундук, ниже. Так, это все, по-моему, прокачано у меня по полной программе. И у нас идет нефритовая долина. А здесь у нас встречает ниндзя плюс самурай. Ниндзя и самурай, твою ж налево. Что будем делать? Возьмем этот отряд, что ли? У нас тут тоже ниндзя, есть самурай. Как говорится, чей будет круче, мой или его? Придется вызывать, блин. Тоже вызываю. Надо выручать. Ниндзя, держись, родная. Есть. Давай еще одну ниндзю позовем и ползуна. Нашел на кого нападать, а? Хлыщ болотный. За все заплатишь мне, за Севастополь тоже, гаденыш. На. Так, давай дальше. Еще ниндзя позовем, на этот случай. Это прикрывает нам. Ух, там вообще, ребята, там просто бесконечный этот полет звездочкой идет. Нормально. Это меня устраивает. Ну что, второй этапчик, друзья. Второй этапчик. Здесь появляется храмовый пес. Такой себе персонаж, если честно. Хотя я помню, у меня кто-то корел. И почему-то недовольный такой про храмового пса. Ребят, ну потому что он на самом деле недомерок. Храмовый пес. Он может что? Ну только шугануть может и все. Ой-ой-ой-ой. На. Слушай, истерик нету. Я удивлен, что у самураев нет истерики. На тебе, ниндзя, достала там уже просто. Сил нет. Пошли. Хе-хе-хе. Ну тут вообще круто. Тут, ребята, им ничего не может поможет. Смотри, там. Тут тотальное уничтожение его. Победили. Ну что, мы долго, как говорится, не засиживаемся. Мы двинемся только вперед. И здесь у нас вылазит тортила. Да-да, та самая черепаха, которая сидит сзади и воняет что-то непонятно что. Так что будем сейчас
Блин, я, ребята, еще не успел накопить 150 энергии. Он уже сразу вызывает. Как он так умудряется, а? И ниндзю тоже вызывает, а? Смотри. Твою, блин, на маковку, а? Фаербол, давай. Да ну нафиг. Есть. Дайте мне вызвать этого. Все. Ой-ой-ой-ой. Слышал, сзади идет. Черепах твой налево. Я там мой этот побежал. Сломя голову. Нате. Выкуси. Он там стоит, а? Что там происходит, блин? Хорошо, что мой самурай упал в перед и, соответственно, отвлек. Взял на себя, так сказать, вражеский огонь. Бамс. Чина-чина, опа, чина-най, да? Ну, как ты хотел. У нас только так, ребята. Так, ну что, берем, наверное, вот этот отряд. Блин, тут мелкий пройдоха. Тут мелкий пройдоха-копейщик. Но я думаю, что с ним справится наш щитоботик. Справишься же, да? Конечно, справится. Так, и теперь нужен нам паладин. Блин. Ну это уже перебор, друзья мои. Это уже перебор. Идет. Сейчас. Вот так вот сделаем. Поехали. Красиво. Это было красиво. Ниндзя там испуганно убежала. Бэмс. Понятно, истерику врубил. Ладно, один раз я ему позволю истерику врубить, потому что сегодня он не такой податливый, как обычно. Ай-яй-яй, садичку уничтожили, ребята. Ну как же так, а? Блин, надо было двух ниндзя уничтожить. Давай, уничтожай. Отлично. Слушай, знаешь, что мне не нравится у нас? Вообще все не нравится. Вообще мне все не нравится, ребят. Я, честно говоря, хотел... О, вот так вот делаем. Сопротивляемость у них. У них здесь была сразу же сопротивляемость. На тебе есть объект? Ребят, 43 секунды, я боюсь вести. Если я сейчас вот прямо близко не позову. 32 секунды, мало времени. Не успеет она. Не успеет она здесь выправить ситуацию, к сожалению. И это плохо. 16 секунд. Здесь я тебе знаю, что скажу. Здесь все дело в ниндзя. У него слишком часто ниндзя восстанавливается. Ладно, я ускоряю, потому что в любом случае здесь мы победим. Мы по времени сфейлились. По времени, к сожалению, у нас фейл. Я, в принципе, догадывался, что вряд ли у нас тут получится этим отрядом выиграть. Но решил его доиграть. А вот тут я уже не знаю, ребят, сможем ли мы вот этим-то выиграть. Так, ну фехтовальщик-то понятно, он по-моему, должен уничтожить копейщик этого несчастного. Да, причем в легкую. И нам нужен джаггернаут. Ну ты понимаешь, что джаггернаут один — это фигня полная.
по этому баллисту. Убиваем баллисту, ребят. И кинул. Который всех уничтожает. В легкую причем уничтожает. Ну, разошелся наш фехтовальщик, смотри. Просто идет и всех кромсает. Я еще одну баллисту позову. Не знали, на кого наехали. Ну что, еще одного джиггернаута позовем. Клетка. Клетка их распетрушит, приведет, так сказать, их в чувство. Ну и все. Вот это и победа. Наша долгожданная. Так, ну мы двигаемся дальше, и у нас последний эпизод здесь. Возьмем вот этот отряд. А кто там босс? Блин, там, по-моему, бог ветра, да, у нас босс? Или богиня солнца, я что-то не увидел. Да, в принципе, какая разница, кто здесь будет босс? Все равно прорвем. Ну и что-то вышел. Деловой такой. Пса еще своего ручного тут взял. На! Псина. А как Ронин справляется, видел? Вот так вот будет с каждым, кто на нас будет наезжать. Эх, еле идет. Ну. Давай еще чумуху позовем. Вообще, ребят, конечно, тут никто не выйдет. Босс, как всегда, поджал хвост и сидел там, боялся высунуть свой нос. А мы получаем награду. Так, черепаха, копейщик, ну и, как видишь, храмовый пес. Так, долина подданных, ребята, собственно, персоны. Блин, а у нас что? Ё-моё, у нас остался только один отряд. А я разве буду успевать? Проверим, успеваю. Хоть на этом спасибо. Потому что джиггернаут мне здесь нужен будет обязательно. А после джиггернаута, по идее, надо баллисту вызывать. Все, все как в аптеке, ребята. Все на своих полочках должно быть. Давай вот так сделаем. Пускай он стоит, пыхтит, а мы с тобой будем уже ему замок колбасить. Причем я вызвал второго джиггернаута. Опа, заморозочка. На кого сделал заморозку, не знаю. Главное сделать. Все. Так, ну что, первый поединок прошел очень даже неплохо. Давай смотреть, что дальше у нас. Тут прибавляется копейщица. Копейщица. Так, фехтовальщик. Ну да, в принципе, фехтовальщик. А он сейчас копейщицу, по-моему, первого будет вызывать. Да? Паладина. Так, ребята, он позвал паладина. Так, секунду. Немножко в обратном порядке сделал все. Вначале позвал паладина, потом копейщицу. И после уже призвал этого хмыря мелкого. Хотя должен был вызвать вначале хмыря мелкого, потом копейщицу и потом уже паладина. Он думает, что этот фокус для него, ну, прокатит. Нет, конечно же. Ничего, ребята, это не прокатит. Это не прокатит. Есть. Все, тут можно, ребята, ускоряться спокойно. Потому что он уже здесь ничего не делает. И щиты не помогут. Башня там, которая что-то там пыхтит, тоже ничего нам не сделает. Так, ну что, мы переходим на третий этап. Вот грифон — это, конечно, плохо. Блин, грифон — это, ребята, реально плохо. Потому что мне неким бомбить грифона. Баллиста, она как бы для этого совсем не подходит. Но, тем не менее, придется, наверное, все-таки через нее, ребята, вот как-то делать дела.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, баллиста, ты один на один такой. Давай. Отлично, хорошо, что он застанет все. Все нормально, ребят. Так, и клетка у нас есть. Если грифон вылетит вдруг, а он вылетит, мы его, естественно, в клеточку-то и посадим. Так, вон он вышел. Я еще одного позвал джиггернаута. Ай, красиво-то как получается. Смотри. Просто по красоте. Две баллисты, они сейчас тут разносить будут всех. Да, это неприятная была история, но... Давай, наверное, клетку бросим. И три баллисты у нас будет. Против трех баллист это вообще, ребята, самоубийство, выходить в бой. Вот и все. Предпоследний этап. Лучница. Ты понимаешь, тут прибавляется лучница. Кто такая лучница? Никто. Баллиста разбирает лучниц просто на изи. С полтычка. Так что давай готовиться потихонечку. Так, выходит паладин. Но если он вызывает паладина, естественно, мы вызываем джиггернаута. Тут даже, ребята, и обсуждать нечего. Плюс ко всему прочему, конечно же, сразу вызываем баллисту. Баллиста будет прикрывать. Так, мы еще вот таким образом. Опа! И все, и он обделался сразу же. Сразу же обделался. Блин, ну тут... Ай-яй-яй. Видишь, бьют бедного Джаггера, пока он в отключке. И уничтожили они его. Они за это ответят. Сполна. Сполнюхонько. Чуть подожгли мне его, смотри. Ладно, это временно, как говорится, неудобство для нас. Одного за другим. Просто крошим. Все, ребята, я ускоряюсь. Смотреть, как мы пинаем замок, как бы не стоит, потому что здесь уже стопроцентная победа. Так, ну что, последний этап. И у нас вот здесь, ребята, только это остается команда. Ну и плюс у нас здесь... Так, у него кто, епископ, да? У него здесь епископ, насколько я помню, поэтому... Дай-ка я, наверное, попробую сразу с ведьмой. Успею? Если я успею сейчас ведьму призывать... Блин, конечно же, ты успеешь. Всякие хмырьюшки тут лезут. Но вот если я сейчас, например, призвать успею ведьму, это будет хорошо и красиво. В принципе, все шансы, ребята, есть. Так, ведьму я призвал. Теперь смотрим. Теперь смотрим, что она вытворяет. Хоп! Это было плохо. Ты смотри-ка, он вызвал епископа. Ты серьезно, что ли? Голубчик. Ты смотри, а. Ой, ты парень, зря, конечно же. Конечно же, зря, ребят. Слушай, ну ведьма живучая, да? По хп-шку. Все, разнесли пух и прах. Базу и вообще все. Так, ну что, забираем нашу награду. Все прокачано это у нас. А, так мы уже прошли. Ребята, 203 портал у нас оказывается. Уже. Блин, быстро мы двигаемся. Так, ну что. Территория роботов, да, фабрика. Территория нежити. Долина подданных, опять же фабрика. Защитники. Ну что, поехали. У нас, правда, энергии, ребята, здесь. Сгулькин нос. У нас энергия здесь с Гулькин нос. Ронин, сможешь его рубануть? О, ребятулечки! Что же это творится-то, а? А творится это плохо, ребята. Давай, Ронин, ну! Вылупляем.
Давай, 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 родные. Прижимаем, прижимаем их к ногтю. Все. Взрыв на макаронной фабрике произошел. Квест завершен. Все квесты выполнены, кроме новый противник. Такс. У нас вообще ни одной энергии нету, да? Друзья, вообще кончилось все. Нет, подожди, по-моему, что-то... Что-то есть. Что-то успело накопиться у нас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, парень. Успокойся. Блин. Понятно, дело, что это плохо, ребят. Бэмс. Ты ж фаербол смысле созрел. Ну что-то мне. Давай. Эй, вот зачем ты сейчас ей потратил время? Его надо было тратить не сейчас. А потом. Что-то мне подсказывает, что ему здесь крышка. Мы его прижучили. Да, ребята, прижучили по полной программе. И причем молотильчик свою пилу не упускает. Что огромная редкость. Обычно он ее всегда выпускает. А тут, смотри-ка. А тут нет, не выпустил. Ну что, друзья мои, по-моему, вот теперь уже на всю энергию мы потратили. И поэтому я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.